Ульяновская область удерживает лидирующие позиции в жилищном строительстве среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом было сказано на заседании общественного совета при Министерстве промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области. Так, по итогам первых 7 месяцев 2016 года, по вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения Ульяновская область среди регионов ПФО заняла 3-е место. Несмотря на сложное экономическое положение по всей стране, в регионе покупательский спрос на жилье по-прежнему остается высоким. Наша организация сейчас ведет строительство от многоквартирного жилого дома 24-этажного в центральной части города Ульяновска. Мы как пионеры этой отрасли, но себя чувствуем очень хорошо. Почему? Потому что нас поддерживают власти, Министерство строительства нас контролирует, нам помогают во всех наших вопросах, которые возникают. Вот. И очень здорово, что появилась еще губернаторская ипотека, который год уже работает в нашей области. Почему? Потому что к нам пошли как дольщики из бюджетной сферы. Как было сказано на заседании, на 2016 год установлен ориентир по вводу жилья в объеме 960 тысяч квадратных метров. Выполнение намеченных показателей является первостепенной задачей строительной отрасли, решение которой планируется за счет реализации проектов комплексного освоения территорий и за счет активной реализации федеральных и региональных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан региона. У нас сегодня в области уделяется большое внимание комплексному развитию территории. Мы видим, что при поддержке Сергея Ивановича Морозова строительная отрасль развивается, и этому есть примеров очень много, как в вновь сложившихся районах, это и сейчас застройка большая идет в Засвиярском районе, в Саворском районе мы видим, большие территории осваиваются. Я думаю, что это очень хорошо, и то, что область поддерживает строителей, это тоже большой плюс в сегодняшней сложной ситуации экономической. Также было отмечено, что строительная отрасль Ульяновской области благодаря поддержке Сергея Ивановича Морозова развивается динамично и устойчиво. Открываются новые предприятия, идет модернизация старых. И на сегодняшний день то, что мы видим, это хороший тренд. На заседании было сказано немало теплых слов в адрес правительства региона. Также хотелось бы поблагодарить Министерство строительства Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова за поддержку Союза строителей, поддержку строительной индустрии в целом и поблагодарить за то, что уделяет внимание этому нелегкому, сложному, трудному делу. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.